Надо трэш с ловушки убить. Что там сейчас опять бафать надо заново? Угу. Короче. Я люблю, когда не бафаю. Блять. Проходит? Да. Сука. Стригает прикольно. Чё ты ржёшь? Стригает прикольно, прыгает он. Кто? Медведь, блядь. Ну когда приземляется, так ещё подпрыгивает. Лол. Заходит уже. Да, да. Но... Ягер, можешь заходить. Только вернитесь все назад, нужно как трэш с ловушки убить. Что там с ловушкой? Да, ловушка запустилась. Ночная вы. Не можешь, Кайм, сори, заходим. Слишком далеко. Где мы левую запустим, пока они все заходят? Лимошка. Может по конскому аспекту, но тебе 2-4 пока. Идите в комнату все. Ту. Конский спек... А, все, лимошка зашел. Давайте, как я говорил, справа Applebox Фердинанд, слева Килика... Килипец, кажется, а сзади босса... Я с норкой слева. Хорошо. Лимошка, подходи. Ты тут? Хожу. Давайте, я баф раздам. Стою до некоторых, ну и ладно. Билета, зайди за меня, чек на пол. Ралли готов? Ты
только тотем не забудьте. Тотем в центр. Все, макрос на пол пошел. Давай, рост. Давай, бабл. За спиной передвигайте. Джерин чуть правее. Дилос, бабл прижмешь. Должен сейчас скатиться. Да, в конце откатывается на второй поблизи. Давай, Джерин, сейчас пропадет лужа, опять вернемся на то место. Бери это глыбу. Смотрите, там лужа под вами. Прибежали за спину. Возвращайтесь на то место, где вы стояли до луж. Ты, вот, Фердинанд, ты вообще не туда пошел. Нам все испоганил. Ладно. Возвращайся, Фердинанд, на то место, где стоял изначально. Вперед, двигайтесь на него. Так, сейчас будет большой слизень в рейде. Макси, секьюрити, чеш. Он давал же кошку. А. Перебежали за спину. Смотрим лужи. Дистанцию набираем. Сейчас еще один будет слизень. Большой слизень будет. Забираем. Так, смотрим лужи. Вышли. Ралли, ты захильте. Ой-ой-ой. Кажется. Сейчас будет еще один слизень. Давайте, ставьте тотем на ману, спел гимн. Сейчас будет взрыв, внимательно. Взрыв. Отбежали, отбежали к стенкам все. Дистанцию набрали, давай сакру, лимошку. Да, уже. Пел гимн. Никто не умер, возвращайтесь на свои места. Служи, вышли. Лилия, давай гимн отхил. Успел хилика тебе дать все-таки капельку в последний момент. Да, точка прям тоже откатилась. Вообще. Отличные новости. Он оставил море с... Тут не помер, нахуй. Ого! Да я поэт! Патрис! Опять три человека умирало, надо бафать. Скорость сносим две метки, квадрат, кружок. Скриншотов РДП с анбафом нету? Ни у кого? Я сока сделал. Ну, у всех, да, последние, которые были? Да-да. И что там? Я сравнил просто. Сейчас построю. Давайте, бафайте. Право почты. Васап, что захилишь лимошку, если на девятом стаке заберется меня? Нет, на восьмом забирай. Да, на восьмом забирай. Паладин.
ящик на баф. Драгу пожал. Все готовы? Дайте лап. О, нет, не надо. Распределяйте дистанцию и погнали. Тема в центр. РДД, перед боссом встаньте еще. Места много. Что это было? Не захил. Не знаю. А где захил был? Спасибо хилам. Просто донные, нечего сказать. Да, Дима, помолчи, блин. Только твои комментарии. 12 секунд без хила. Надо помолчать. Блин, чувак, без того потно, блядь, слушать тебя. Ни одного щитка ДЦ. Это помолчи. Или да, то, блядь, что закрой, шаманы постановки. Да, блядь, закрой, тут же Дима. Ну, ребят, давайте не во время сука, боя, пожалуйста. Сука, как бесят твои комментарии эти. Где хоть его труп лежит? А, ладно. Я такие Диму не арену сливать. Так, споры нормально. Прижимайте сакры. Дайте гимн на маме, пожалуйста. Какая минешь? Я уже сел два. Есть уже третий еще. Дилас, может ты будешь бить, а не писать в чат? Я бью. Да, я вижу, как ты бьешь 15 место в бисовый ретрик. Я сначала не той печати бил, я потом ее поменял. На каждом боссе под не той печати бьешь. Это, наверное, наши проблемы, да? Ну, наверное, да. Надо, наверное, всех осматривать перед полом и подсказывать. Как, знаешь, как собачек носом тыкать. Не сбегайтесь уже там, едкая гниль через... Может и сейчас будет, таймера-то нет у меня. Не, не будет пока. Добью. Блядь, два пельмена. Поднимайте, жирем. Не пухай так. Сука, пельменщик свалил. Дима, ты АФК ушел? Вставай. Зачем тебе давать голос? Ты опять будешь какую-то фигню говорить. Аренку во второе окно сливает. Ну вот ты тоже помолчи, пожалуйста. Просто ситуация была, хилы сбежались, у нас был пельмень, мы все разбегались в этот момент. Там весь рейд просел.
Я не к тебе сейчас обращаюсь, я сейчас обращаюсь к Ардру, который ничего не делает, а накидывает ходы. И к ДЦ, который тоже ничего не делает и накидывает ходы. Почему на ханте ничего нет? Ты умер, ничего. А, я понял. Короче, мне это не интересно. Идем дальше. Я хочу поспокойно принести этот рейд. Не захитили, просто не повезло. 25 человек с дебафом стоят. Их всех надо хилить. Да там весь рейд просел просто. Кого-то не успели просто. Кого-то просто не успели захилить. Вот и все. Так, давайте спускайтесь вниз. Пускаем ивент. Спуститесь вниз. Вот, да? Ого. Сейчас самый сложный босс будет. Наравне с лечом, наверное. У меня все остальное, в принципе, легко проходится. Так что соберитесь сейчас. Так, СС выкидали уже? У меня когда 4 минуты. Я уже забыл, кто на кого кидает. Фердинанд, ты на Applebox, а Ягер на Макси. Ну, я помню, да. У меня когда... Кидайте, как откатятся СС, и теперь Фердинанд, кидаешь проклятие косноязычие на красного, Ягер на зеленого. Нужно кинуть. У вас есть реги на диван? Да. На вас надежда, что кинете бопы. На тебя поклонские надежда вся. Пушите рыбу. Будем стопать дамаг. Милики. Стоим. В квадрате. На первой, на второй фазе. Здесь сбегаетесь в квадрат, бьетесь из него в одной точке, смотря ему прямо, как сказать, в лицо или в жопу, короче, в одной точке стоите. Если слизень взрывается в мелизоне, вы отбегаете в РДД зону, сбегаетесь в метку. Все, не сбегаетесь с зеленого опять. То же самое с красным, если красный меняет цель, все от него отбегают. Теперь еще важный момент на переходках, если... Кто-то из ШП, локов, магов, где-то по центру будет стоять. Словит зеленого слизня, я сразу сходу кидаю ГП или кикаю с рейда, по настроению посмотрим. Неважно, на ТПшнитесь в этом или еще что-то, точку прожмете. Ты не играй, первый боб дает. Хорошо, давай по бопам. Где у вас на первой переходке боб? Поклонский на второй боб, если это понадобится. Если зеленый слизень на переходках взрывается, то есть доходит до цели и всех откидывает, я называю ник приста, и этот прист поет гимн на ХП. Тогда мы точно выживем. Все. Чек на пул. Прожимки на слизни оставляете? Что ты говоришь? Прожимки, да, прожимки на слизни на переходках оставляем. Окей. Прожимки теперь. Что еще? Обычно, когда РДД будут бить зеленого слизня, он выходит и сразу после этого проф кидает пельмени. И все они падут в одну точку в РДД зону. Так что смещаемся просто вправо, бегаем за звездочкой. Проклятие, вот так, иди пистолик. Да, лимошка, иди пистол. Начинай? Да, начинай. СС через минуту слетит. Тогда Фердинанд обнови. С лужи сразу выходим. Двойная лужа, сразу выходим. Это анбаф, здесь 30% минус ХП. За все косяки будет ГП. Я ГП хилом. Топаем по профу. Стоп по профу. РДД максимальную дистанцию набрали. Все в зеленого слизня сыграли. Выбирает цель, смотрим. Милики отбежали в РДД зону. Ох, ёбана. Служи вышли. Вы... Падаем. Куку сразу. Лужа была. Не находитесь, лужи, хилы не могут захилить нормально. Так они же медленно летят, эти, ну, колбочки зелененькие. Пельмени, так это не соображаю. Из них надо очень быстро убегать, это не захилится.
Короче, так, в следующий раз, кто умирает от такой лужи, получает ГП. Я не, блин, я спел гимн, но походу этого не хватило. 3 секунды лужи, это круто. Илика, нет, тайм, сори, в следующий раз ГП будет. Олег, а теперь смотри, рейчат, короче. Микрофон сделай, конечно. Я посмотрю. Рядца. Ну лужа, блин. Я повис, дорога, если меня слышно. То есть ты сейчас тыканул то, что ты простоял в ложе 2 секунды, да? Поэтому тебе надо... Я с него выбегал. Тут не суть в том, что я простоял. Тут суть в том, что по мне кайфил, там не тикнуло, да. Суть в том, что ты 2 секунды стоял в луже, да? Когда на 2 секунды ты умираешь. Ну и ты хочешь, чтобы хилы хилили тебя в луже 2 секунды? Я должен получать ГП за то, что на мне нет ни щитка, ни фото, да? Нет, ты получаешь ГП за то, что ты стоишь в луже 2 секунды. А не за то, что я тебе ничего. Лужа, ну да, блинкуйся, выходи с лужи. Так у тебя же блинк есть. Так я блинковался, когда откинула эта херня, блядь. А, кстати, а на Лича там типа можно кого-то завести, что ли, на ачивку или что-то? Кстати, щиток был на нем. Первый тик, в обзор ушел, 6к. На втором тике 136 урона, ну то есть остаточный щит. Ну то есть, стоял 2 секунды маг в луже. Какой хил нужен здесь? Оверхилить? 25 человек в рейде, не 5. Так, Лимошка, ты первого слизня не замедляй. Первого, а я в первого просто плевал сейчас. Плохо. Он и полз долго. В принципе, там 84 раги было. Бы мог даже оставить не, еще 50. Не имею в виду, что ты замедлял, это нормально. А то, что без замедления, наверное, вообще жопа, наверное, будет. Так первого не надо, да, короче? Джерин, можешь поставить ауру на природу? Давайте бафаться. Сейчас, погоди, я бегу еще. Давай, поднимай сумму. Мы неплохо идем. То не будет 10% всего так. Сколько надо энергии, чтобы замедлить слизня? 40? 50. Слава, это разные ауры. Раньше нужно было 48 вроде. Да, тебе не надо замедлять зеленого на первой переходке. Окей. Чек на бафы. Бери это, ягер, ты это. Пулбокс. СС. СС есть? Обязательно на ХП кричить. Ягер тут. Так, все готовы, пей столик. Ладно, давайте поменяем немного тактику. Когда вылится зеленый слизень, не сбегайтесь в одну точку. Просто встаньте шеренгой, чтобы две лужи не кидалось в одну точку. И хоть шанс будет, чтобы у вас слоупоков не ваншотнуло. Я бы вспомнил, сорян. Стопайте по профу. Становитесь в шеренгу. Смотрим.
Двигайтесь, трусы. Отбежали, милики, отбежали от лужи. Яги, передай чему. Секьюрити. Так, наверное, надо пятый хил, да? А чё это произошло? Переводите, босса Макси, поднимай Джейлис, а полбокс поднимай Поклонского. На ком зеленая добавка к столу, звездочку. Да, поюбим на ману. Давайте фулбаф по рейду, бейте красный, бейте красного. Хиликас, поешь сейчас гимн от хил. Сейчас скажу куда. Пой гимн от хил сейчас. Отбежали звездочку зеленые. Так, теперь... Лилия, пой гимн от хил. Цель красного. Красного. Лилия, пой гимн от хил. Мало людей там было. Падаем. Там если переходки, ты мне говори тоже БР, тебя свободит. Так. Тут они не так. А как у меня? Да, нашли хил. И что-то почему-то чума очень сильно бьет. Прям, ну вообще жестко. Там тик вот по четверти хп от меня. Причем первый тик минус четверть хп. Я говорю, что-то, может, пофиксили, хер знает. О, как неожиданно. Да ничего не фиксили. Войда пофиксили. Ты не сбегал со звезду. Короче, когда первый раз откидывает нас на ком зеленый добав, вы сбегаете звезду по возможности. Либо бегите туда, где большое количество людей. Ты сейчас стоял там, где не надо. Когда зеленый слизень кого-то откидывает, он потом кастует еще раз смену цели. Сколько он кастует? 2 секунды? 3? Он для этого локи кидает, и 9 должно быть. 2 секунды. За эти 2 секунды можно сбежаться. А как кральку проф ударил? Или это уже в конце было? Это в конце. С руки ебанул. Ладно, давайте так. Слушай, если я одну лужу оставлю на допивание, я смогу и первого зеленого замедлить. Так их всех слизень убил. Где ты? Ты про кого чуму говорил? Кого чума убила? Эти 4 человека, их слизень убил. Она не убила, я говорил, что сильно пробивает. Понимаете, вы должны сбегаться в зеленого слизня не как попало, а желательно становиться за спину этого зеленого слизня. Я вас буду откидывать в одну сторону, в центр, а не куда попало, влево, вправо. Попробуйте это сделать, тогда мы убьем сейчас профа. Вас откидывают в разные стороны, потому что вы по-разному стоите при взрыве. Кто-то влево, кто-то вправо. Так это метку надо ставить, они не сбегутся в ту сторону, в которую надо. Ладно, сейчас попробую. Печеньку поставь, её больше видно. Так, Лилия, Хили, каким на КД? А, да, ну теперь мы туда. Падать нельзя, как бы БР, это 6 минут, КД у них один такой, у меня БР. Макси, Applebox, БР, КД? Да, да, 6 минут. Ну все, без смертей тогда. Чек на бафы. Подожди, я каски бафы. Не включай, кто сейчас говорит, не включай это. МП5. Бафы, бафы. Ринсли, подходи быстрее. Давайте фул бафы.
чек на баф. Каску дай. Хита сзади в середине стоит. Вой, ты можешь мне подводить прого прямо под зеленого слизня? Не могу выделять таргет его. Хорошо. Через тап. Мне не работает тап, у меня нету фреймов, мне ничего нет. Поставьте иконки сверху. Можно выделять просто. Давай, пей столик немножко. Давай, пуляй. Пожалуйста, не умирайте сейчас. Ну не беги на... за мной. Зачем ты сейчас за мной побежал, хопка? Чуму словить? На ком чума? Побегайте с рейда, ждите 5 секунд, потом передавайте. Зеленый выливается. Убейте босс. Давайте, шеренгой встали. Стоп по боссу. Играйте в зеленого слизня, стопайте по боссу. Отбежались в череп. Отбежали от лужи, отбежали от лужи. Пробуйте. Повезло сейчас. Давайте переводим профа. На ком зеленый дебаф к столу. Сейчас я поставлю на себе метку. Будете избегаться в звездочку в зеленого слизня. Красного замедли. На ком зеленый дебаф, вот так идите за звездой избегаться. Вас откинет. Вот так. Блять, что ты сделал? Что ты наделал? Пиздец какой-то. Это просто овертур. Смена цели красного, пою гимн отхил. Сбежались в череп. Добивайте красного. Зеленого, точнее. Ай, гикарочку забыл. Ставьте тотем на ману по Егину. Красный выходит, сейчас будет пельмени. Бежали. Лево, право. Один пельмень — это смерть. Переключились все в красного. Неглики в красного. Пельмени, внимательно, колбы, внимательно, лужи. От проф отошли, колбы сейчас будут. Так, опять зеленый. Становимся шеренгой. Не замедлять? Да. Да, да, замедлять, конечно. Этого замедляй. Отбежали от пельменей. Играем зеленого. От милики отбежали в РД зону. Сбежались. Есть БР? Только у кого войда. Поднимай салфиш. Не понял, ты там. Бьем пока так. Там вар вылетел и миликов мало, поэтому мы вайпаемся сейчас. Бейте пока профа. Минута 20, короче. Подымешь Дорна. На полбокс Дорна подымешь. Играйте в красного. Бежали пельмени. Кстатенько передай чуму. Пельмени и колбы. Блин, если сейчас на миликов кинется, это будет плохо. Так, короче. Веди профа под зеленого. Сука, чума на танке. Разберу. Все, давайте все перейти. Сука. Звездочку встали, бейте профа. Ой, профа зеленого. Бежали с череп. 45.
Точка прижимай, не сбегайтесь в зеленого сейчас. Точка есть? Стопать будем, походу, да? Стопать я по профу. Стоп по профу. Плотбокс поднимай Дорна. 10 секунд. Макси, поднимай селфиш Марона. Лилия, давай гимномана, играем все в красного слизня. Скажи, кого на переход поднять. Фердинанда подымешь. Красного играем. От пельмени отошли, и колбы отошли. Давайте все к столу, переводим профа. Пробахать рогу. Ух. Так, давайте кулак, каску, порог, гей, пристабав, лапу, интеллект, переводим. Так, на ком зеленый дебаф к столу в звезду встали. Давайте рост. Поднимай Фердинанда. Играем в зеленого. На ком зеленый дебаф в звездочку встали и будем сбегаться, как, короче, в звездочку становимся. Норка, погим на ХП, в звезду сбежались. Давай Сакру, лимошка. Смена цели красного, Поклонский, дело вас на норку. Я дал. О, было близко к вайпу. Так. Вот это хорошая реакция. Я же отец. Я так не думаю. Кто, кстати, диван кидает, я или Поклонский? Давай ты. Третьим забирать. Да, все, забирай, лимошка, прожимай срезку, забирай, давай на воду диван вынес. Пускай хотя бы стак появится. Даю диван. Снимай. Нету бафа пока. Отменяй там лишние. Давай, вайп. Руки там свои поотменяй, блядь. Можешь отменить абсолютно все? Че там, сколько стаков? Ну, три стака забирай уже сейчас. Забери сейчас. О, господи. Не хватало еще вайпнуться-то. Ну, ты просто стоишь с диваном, ничего не делаешь. Иди в эту часть комнаты, пусто. Хорош. Снимай диван, отменяй нахуй. Джаб. Ебать, вы гоните. Интересно. Да, снимай всего, даже одежду. Good job, low job. Интересно. Да там щит какой-то отменил в ДЦшне. Правильно. Что-то еще там кто-то хуйню отменил. Алле. Что? Отойду на 2 минуты. Надо спэмнуться. Прием. Бей, идемте на совет. Макгрегор, спекнись, пожалуйста, в танка. Помоги потанчить. Ну, на пару минут. Я могу в попало спекнуться. Спекайся. Дай кому-то ассист, чтобы метки повешал там, если ты отведёшь. Коф, держи. Держайтесь. Сука, удались. Гусяра, блядь. Чё там? Ой, блядь, не... Слышь, Макгрегор, спекайся ты лучше в ВДК. Потому что у меня шмот. А то у меня шмот в ГБ лежит. Дойду, ты кофе себе сделали какой-нибудь там. Только все не... Какой-нибудь даже. Все, поехали. Прослава бьет. Бля, ну тоже что-нибудь поставить. Дайте кулак пороги. Давай, скажешь, кому кинуть успокоение, я сразу буду что-нибудь ставить. Давай ты будешь квадратом кидать. Хорошо.
капец, даже я не покажу, а вы покажете. Где? Дуся. Так ты ж говорила, детей сбагрила. Тогда. Ну все, а чё афукашить-то? Ну вдруг я тоже чай хочу. Я знаю, все только да. Я кофе хочу, что делать? Чё не делать? Ещё хрен не делать. Ну пошли, короче, контроль попробуем раздать. Мы были близки к вайпу на профи. Угу. Нам повезло. Фердинанд сначала отношется не туда, куда надо. Давай, Шанан квадрат. Тактик Филиппет. Шанан, может, отошел, наверное? Может, давай дальнюю какую-нибудь? Ну, давай дальнюю. Вот. Давай ты кружок, Филиппет квадрат и треугольник еще какой-то приз. И бьем рослого. Давайте контроль. Явка. Я на тебя не поставлю. Я сейчас подойду. Ты потом забудешь про него, лучше не ставь. А у меня там свисток. Я новый чай не попил со свистком. Кто я тебя забуду? Как пожелаю его посвистить, да? Ну, что-то типа того. Свистит он на самом деле ужасно. Ну, есть чайники. А так я два чайника спалил. Но на то он и чайник свистун, чтоб свистеть. Это что ты мне ко мне сделал? Нет, за все мое время игры я только картошку с кастрюлей спалила. Ну точнее подгорела там все. Варила. Пока этот бейте. Эти мобы я пока поставлю. Я думал, сейчас вождь будет скажет, пока там это бьете, я расскажу, как, чтобы картоха не пригорала. Мне послышали, сказал вождь. Я тут. Короче, кружок, филипец, ромбик хилика, анорка, квадрат, короче, и остальные там по желанию. Ну, бьем рослого, все как обычно. Подходите, пристой контроль. Вождь? Вождь. Да, мне послышали, сказал вождь, потом справился вождь. Я видели, как он меня откинул мою душу, блядь? Я чаржнулся в голову. Кто забил? Мо. А, блядь, идет матч, что ли? А, блядь, 9 часов, я сейчас телек включу, секунду. А во сколько начинался? Ну теперь концентрация рейда потеряна. Это второй тайм уже идет. Первый так в 9, только начало. На, я думал 8, по-моему. Подходите наверху. Как раз вот включил пол, показывает. Я на трейд, на следующем трейд. По люку сделаю. Петухи, да? Бля, я этого дебилой добавить не буду, заебал. Зачем попал свой дать? Ну что это такое делать? Кого ты дебилоидом называешь, осёл? Я не тебя. Ты не знаешь, что ты не мне? У вас какое-то уважение есть? Хоть подрываешь. Это тоже не наш. Дмитрий Шанг. Да? Правильно? Как? Шалун? Шаловский. Правильно же, да, Шалун? Да. Следите, юноша, за своим. Жургон. Он меня в прошлом рейде обижал. У него тоже не все в порядке.
Так, на этом боссе нужно распределить сакру. Могучий вихрь на первом боссе. Лимошка, ты даешь первый сакру, анти второй. Можешь еще поставить ауру на защиту темной магии и мастер ауру прожимать. А, или подожди, от огня. Вторую туда. Давайте чек на пул, на бафы. Дай ханту, давайте бафы. За кинетикой. Кресты следим. Рейндж набираем на вихре. На келе? Ну давай ты на келе, Мишка на двух. Интеллект бафните. Каску на ханта. Че там? 10 секунд драга кончится. Чек на пул. Там у Суслятина еще нет каски той. Джерин. Рыба, вот стоит рыба. Давайте, 15 секунд и начинаем. Ну, уже запустили, молодцы. Набрали сразу рейндж. СС на макси повесь, кто там второй. СС обновите. Никто не бьет Талдерам. Вот бомбу повесили на Талдераму. Уникумы. Давайте рост. Рейндж набрали все. Сак, давай лимошку. Опять мы дистанцию набрали. Сейчас опять будет вихрь. Рейндж набрали, келя играем. Не показалось или сейчас вообще никто не проседал на двух вихрях? Что это за хуйня какая-то? Рейнджа. Да нет. Кидывает людей, вижу. Это просто луха. Не, он вообще дамага ноль было. У меня даже щиток этот не спал, ТЦ-шно. Интересно. Наверное... Наверное, начали использовать класс на 100%. Нет, наверное, поломали. Тянули скилл за 10 секунд. Я смотрю за фреймами, и никто не просил. Давайте, набрали дистанцию Талдрама максимально. Фердинат, убеги. Блин, надо будет менять наличие, слишком много слакает. Не отбегает от шара... Портается куда не надо. Ты запомнил, помнил, да? Нети, когда далеко не достаю. Дугу подбивать, хотя они там есть прист уже. Есть собака. Так, Валанар, набрали все дистанцию, лимошка дашь сакру. Кинетика падает сзади. Эй, ну время спеть гимн на хп. Норка, чё ты не подбил кинетику, ты там стоял? Да я в точке был. Можешь сразу отменять ее. Давай, рейндж набрали, вихрь. О, урон таки есть. Опять будет вихрь. Келис. Келя бьем. Иду пока чайник включу. Ты походу за рейд 10 чайников уже вскипит. Да только чайник электрический. Да, никто не упал. Идем сразу на крыш. Может у него воды горячей нет, он, блядь, чайник греет. И чё, баба себе заряды наполняет, бля.
А ты что, воду горячую льёшь в чайник? Ты походу ноги в тазике запариваешь, да? Не-е. Шуна, ну тебя так подколол просто. Да, я понял, ладно. Кого я сейчас? Кому пока я не кинуть? Смотри, у меня же чайник захлебывается. Ладно, пойду себе кофе сделаю. Это просто воду отключает у человека. Ладно, все там опомнится еще. Ты отошел? Олег, слушай, налечи я тогда. Одно место, ну, когда убил. Норка, кружок. Мне мяса уже штач. Осторожно, норка, кружок. Хилика, ромбик, выбери и законтролишь ромбик. Отошли все вниз. Не достаю я. Так он пойдет? Я бы еще дальше метку поставил. Блять, Хилика, тебе гайд записать? Хорошо, когда... Хилика, не парься, для контроля. Все, красава. Когда он кинет контроль на кружок, пойдет ромбик. Он кинет на него, когда он в рыдже будет. Все, кидай норка на кружок, контроль. Во. Нет, я законтролил ромб. Давайте рост. Можно... Ну, корни не надо кидать. Кистов запиши о том, как надо подбивать кинетику. Корни не надо было кидать. Корни наносят урон, моб выходит из-под контроля, атаки телепортается в рейд. Ну вот видишь, он телепортнулся в рейд уже. Ну меня, сука. Сливайте командира, он откидывает. Это раздражает очень сильно. Где этот командир? Звезда командир. Уклонский, давай точечный стан по ромбику. Бьем ромбик. Так, какой-то недоплох. Это плащ этот никому не надо? На танк. Плащ кому-то нужен? Если не сложно, Олег, дай мне. Убивка нашего? Не. Пока что. Все. Убейте миликов тактиков. Меточки поставили для вас. У нас никто не падал после совета. Удивительно. Да и во время тоже, поэтому не надо ничего бафать, чек на пол. А Филиппец отошел. Подожди, кто мне дверь звонит, хуй его знает кто-то. Никого не ждут. Это варей. Маньяк. Это каноп. Ну давайте Филиппца кикнем. Все равно без него можно убить. Потом доберем. Пришел, да. Плюс они. А Маку он далеко стоит. Блять, моя рога. Кирилла кикнуть пока. А, ладно, подождем. Yeah.
Ой, я до сих пор бьюсь с этим кольцом. Прикольно. Какие-то бляди, блядь, дупами. Попал до шоу, ДБМ на пул. Спасибо, что сказал. Фласку забыл выпить. Хилы в центре. РД сбоку. Рейндж соблюдаем. Секьюрити на лимошку, щит земли. Ралли, укусишь меня. Секьюрити, блин, сори. Кто там в мили-зоне стоит? Миликов же нет. Аман. Бери это, Марон. Садовый самец. Звездочка. Так, хилику укушу. А ты укусишь хопку. На хопку кину метку. Лепец метка. Так, я спою первый гимн вместе с Лилией. Дистанцию набрали. I'm sorry, Литрион, Беретта, кинет копье, вы мертвы. Это бы глыба. Он не знает, что это, наверное. Так, дистанцию набрали. Лимошка, давай сакру. Ладно, I'm sorry, извини, тебя укушу. Забыл, что. Я хилю кукушу. Все, спел гимн. Бля. Богдан, поднимай лимошку. Быстро. Захилите его, вставай под босса. Каспию. Лапу. Блин, надо зеленого укусить. Успал там быстрее. Блин. Зелен, иди сюда. Че ты наделал? Давайте рост. Надо было лопнуть передать быстрее, но мне было лучше. Можно было отбежать от нее. Чтобы, короче, потом не было рассказов, посмотрите. Но это и не тебе, как это писал другой. Короче, я вон. Так, норка, филипец, поете гимн от хил, анти, сакру. Кто еще не кусал? Молодец. Да, дистанцию набрали. Ты где? Лох, слушай. Ой, это дебил. Что я сделал? Похоже, ебал, блядь. Бак, здесь щит. Что там, Олег, у тебя по шмотке? Кирюха. Времени истекло? Дождался багрухи, бля. Кирилл багруховый. Это...
Да, там больше никому не надо. Пизда. Дайте, пожалуйста. Давайте бафы магов, бери твоим сори, каску, кресты, креста баф лап. Днем трэш. Слушайте, а если я хочу человека на ачиву запустить, как это грамотно?